Афганистан узнает сегодня состав правительства, сформированного радикальным движением «Талибан». Накануне стало известно, что талибы не назначат на министерские посты женщин. Правда, они пообещали допустить их к другим должностям в госструктурах. Сообщается также, что в новое правительство не войдут представители прежней администрации. Западные страны ждут оглашения списка министров, чтобы определиться с форматом отношений с новой афганской властью. Мы должны развивать взаимодействие с талибами по многим вопросам. Во-первых, как мы можем помочь, как доставлять гуманитарную помощь. Во-вторых, как мы можем позаботиться о множестве желающих уехать, о тех, кто не смог занять место в самолетах, улетавших из Кабула до прошлой недели. Нам важно убедиться, что мы находим общий язык с Талибаном или новыми властями в Кабуле. Им со своей стороны следует понять, что если они хотят взаимодействия с Западом, с нами, нашими друзьями, а я знаю, что они этого хотят, то первоочередной задачей остается обеспечение безопасного прохода для всех желающих уехать из страны. Международная гуманитарная помощь будет иметь решающее значение для стабильности Афганистана. Сложности с признанием новой власти легко могут подвести страну к экономическому коллапсу.